Раньше это было святое место для жителей Софии. Я и как еврейка, и как болгарка обязана жизнью советской армии. Я просто хотел воевать. Эти люди на самом деле герои. Только в России они настоящие. А в Америке они придуманы. Здесь много крови было пролито с обеих сторон. Нельзя вообще смотреть без слез, на самом деле, на это все. Помники, якими ушановывали сапраўдную мужность и героизм пераможцев. Як аддзячылі герояў Великой войны нашчадкі. У документальным цикле «Символ перамоги» на «Беларусь-3».